Сколько раз? Ну, раз в 4, наверное. Ты будешь, да? Ну, ребенку двигаться надо. Да. Под рюкзак будут носиться. Уже и так носится. Просто у Алисы, ну, понятно, был же ребенок, да, носился так. Туда-сюда. В конце тренировки плетется, такой, я уже устала. Да иногда просто, когда в плацу гулял. Помню, когда Чара как только приехала, она очень собор не снимала. За ней просто к ней лез, она убегала. Нет, как подрос он за неделю, это вообще. Червейка, червейка, червейка. Давай поставим сыром, потому что уже можно сыреть. Это печально. Такой блесенький. Такой прям вороной. Четвертый раз уже был? Да, на задней ноге. Ну, это уже не важно, если она будет серая. Все равно. Этого видно не будет. Вы будете продавать ее? Ну, Чара и хозяйка, она будет продавать. Нет. А еще бы одна учебная лошадь нам бы не помешала. Ну, это пока она вырастет, надо воспитаться, заездить. Я тоже много. Сделать. Маленькая была, когда тут на пулю была похожа. Желтая просто. Мы там видим, что это зеленое.